Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Активатики. Сегодня 152-й день протеста. Мы на площади Ленина. Время 8 часов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Пока иду к нашим, расскажу. Сегодня должны были отпустить Андрея Дуденко, который находился в спецприемнике 7 суток, но ему устроили карусель. Он даже не вышел за ворота спецприемника, его увезли на автомобиле снова в отдел полиции номер 1. Но это Андрей сообщил уже после обеда ОВД-инфо. Так как он был недоступен все это время, никто, ни адвокаты, ни люди, ни журналисты не знали, где он, что с ним. Здравствуйте. Вот. Сегодня 5 месяцев, пишет Наталья Власова. У Екатерины решение будет завтра. Сегодня также был очередной суд у Екатерины нашей Сотовижн. Это уже 7-е было рассмотрение дела по статье 20.261. В 7-й раз ее пытаются осудить. До сих пор нету решения. Сказали, ждите завтра. У нас вот выпилили такие красивые буквы. Я люблю Россию почему-то. Не Хабаровск, а Россию. Дегтярев любит Россию. Хабаровск он, видать, не любит. Так, пойдемте со всеми поздороваемся. Здравствуйте, Людмила Мовчан. Здравствуйте, наш отец Андрей стоит. Посмотрел он, послушал? Послушал, посмотрел. Так, людей пока мало, еще люди собираются. Как Татьяна Александровна? Сейчас расскажу. Сегодня к Татьяне Александровне ездил Ростислав Смоленский, он же и адвокат Татьяны. Врачи пропустили Ростислава к Татьяне, он ее увидел в состоянии. У Татьяны более-менее, вот, Ростислав у себя на странице опубликовал фотографии Татьяны, где видны большие синяки на руках, как ее хватали. Несмотря на то, что Татьяна была в куртке, но огромные синяки как бы у нее на теле все-таки остались. Татьяна лично мне звонила, писала сегодня. Все хорошо, у нее все есть. Фрукты и первую необходимость ей тоже принесли. Завтра Татьяне снимут катетеры и, скорее всего, тогда ее переведут в обычную палату. Сейчас она еще находится в реанимации. Так. Пишут Сергей, 5 месяцев знакомства с самой-самой лучшей девушкой и журналисткой Хабаровска. Спасибо, Сергей. Привет всем участникам протеста. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Я это. Борис. Я. Поговорите с нашими подписчиками. Расскажите, где мы сегодня были. Ой. Где я был? Ох, где был я вчера? Не найду. Сегодня. Людей, да? Расскажите, только где мы помню, были? Я еще не успел. С обоями, помню, Клавка была и подруга при ней, и целовался на кухне с обоями. Это Высоцкий. Не томите наших подписчиков, я еще ничего не рассказывала. Ну, расскажи, просто. Давай, начинай. Мы были на комиссии по делам несовершеннолетних. У кого? У Любаши. Люба – это та девушка беременная, которая, чтобы вы понимали, встречала всегда людей. Колонну. Колонну, да, как бы фотографии Сергея Ивановича, когда она родила, она тоже приходила с лялечкой сюда. Вот, ее сегодня вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. Потому что нам показывали 40 минут вот это вот видео с 10 октября. Нет, давайте начнем с того, как началось заседание. Началось с того, что ей, во-первых, документы до последнего не давали ознакомиться с делом. Адвокат не сумел ознакомиться с делом. В общем, в последний момент ее туда вызвали.
она пыталась видеосвязь наладить с адвокатом. Эти сотрудницы вот этого вот богоугодного заведения сильно возбудились, начали звали, позвали охранника. Люба такая девушка, она, наверное, 40 кг весит, маленькая, худенькая. Зашел здоровенный мужлан с огромным пузом и начал этим пузом Любу выталкивать из, собственно, вот этого зала, где проходила вот эта комиссия. А человек 10 сотрудников этой комиссии, там была прокурорша, да, там была полицейская в ранге майора, они все на это спокойно взирали. В общем, этот пузан Любу вытолкал, но остались мы, на аудио мы это все записывали. В общем, она, глава комиссии, долго, нудно зачитывала, в чем Люба виновата, в том, что она вот здесь, вот, когда ОМОН избивал, она в этот день тоже была на площади, ну, при том, что ОМОН вышел в 14:30, да, в 14:30, а до 15:00, здесь 12:00, было объявлено, что здесь будет какой-то концерт классической музыки, да? И некоторые люди приходили просто на площадь послушать классическую музыку. Так же, как вот, и Люба, да, с ребенком. Да, Люба была с ребенком в коляске. Ну, тут вылетел ОМОН, вот, ну и все это полиция снимала, ну и Люба попала, то есть, в камеру, и поэтому ее, значит, вызвали на эту комиссию, что она подвергла опасности жизни ребенка. То есть, комиссия как бы признала, что сотрудники Росгвардии и ОМОНовцы – это опасные для жизни существа, да? Да. Раз ребенок был подвергнут опасности, значит, вот эти, которые выскочили и начали бить мирных коваровчан, они, собственно, опасные существа. Вот. Ну и кончилось это все тем, что Любу признали виновной. 40 минут это все рассказывали, еще час показывали видео, где, собственно, Люба, сколько она там, пару минут, да, всего? На этом попала видео, в, да, кадр. Попала в кадр, ну, с коляской она, да, там стоит возле фонтана. Вот. И комиссия посчитала, что Люба виновата, подвергла жизнь ребенка опасности, поэтому она должна заплатить штраф 500 рублей. Ну, суть в том, что когда Любу выпихнули из зала, где проходил вот этот процесс, я была с Любой на связи, и она мне написала, что сотрудники, я даже не знаю, кто это, охрана, либо кто охрана, это охрана, был, охрана, да, применяли к ней там физическую силу, они над ней смеялись, состояли. Я уже не выдержала, покинула тоже заседание и пошла как бы стоять вместе с Любой, ждать адвоката. Приехал Ростиславович Смоленский, вот, мы показали все видео, аудиозапись, и Ростислав с Любой проехали в отдел полиции, написали заявление на вот этот беспредел. Потому что охранник вызвал сам сотрудников полиции, сказал, что он якобы Любу не трогал, не пихал, и что Любу он попросил любезно, но это было не так, да, там было очень много народу, и он ее выпихивал прям с зала, он ей не давал забрать даже свои вещи, ну, свои документы просто. Нас было трое, там этого народа, которые единогласно потом проголосовали за то, чтобы Любу наказать, было больше 10 человек, поэтому 10 человек скажут, что ничего не было, и нам не поверят, троим. Ну, нам все поверят, потому что кое у кого включился случайно телефон с видеозаписью. Ай, да вы что? Да, и ой, это... Ой, кто же это сделал? Эти кадры попали эти кадры, как вот именно Любу выпихивают здание. Ой, зала. Зала, да. Да, и это скоро опубликуется на канале нашем Активатике, поэтому в скором времени будет это все доказано и показано. Вот так нужно вот. Нужно дождаться, чтобы они сначала доказывали с пеной у рта, что этого не было. Так они доказывали. Ну, они, да, на видео даже, ну, доказывали. Да. Ну так я тоже снимал, да? У нас Екатерина сейчас это все смонтирует. И мы это обязательно опубликуем, покажем, как происходят такие заседания. Защищая вот права ребенка. Защищающие права якобы ребенка. Да. Да. А когда его маму, толстый, пузатый мужлан, пихает пузом, грозясь нанести какие-то увечья, это, в смысле, все нормально. На это все вот эта комиссия спокойно взирает, так, улыбаясь и похохатывая. В таком случае должен быть добрый папа, да? Ну вот приехал добрый папа. Папа на работе может быть? Да. Конечно, они очень плохо относились к Любе. Люба еще пришла со значком «Я, мы, фургал». Вот.
поэтому как-то так. У нас тут был где-то стишочек у нас про от Сергея. Сейчас мы его пролистнем, я заметила, но пока разговаривали. Здравствуй, Мишка Дегтярев, обожатель пара. Как замучил ты людей, уезжай в Самару. Вот такой вот от Сергея вот этот стих. Стишки у нас. Не от Бориса, сегодня от Сергея. Нет, им не все можно, поверьте. Вот так как выпихивали Любу ни за что, просто с зала суда, за то, что она хотела, чтобы присутствовал адвокат с ней, хотя были документы, все ходатайство, все было как бы... Но, к сожалению, ей начали тыкать прям, просто вышвыривать ее за дверь. Ну, как бы это неправильно. И этого так Ростислав Смоленский не оставит. Спасибо ему вот большое. Так, тут очень много положительных комментариев нашу. Так. Молодцы наши журналисты. Кристиночка, Борис, Катюша. Спасибо, Ольга Андреева. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Сегодня 5 месяцев с момента задержания Сергея Ивановича Фургала. Борис разговаривает, но я ему потом обязательно передам ваши приветы. Вот, поэтому мы сегодня опять с самого утра по судам. Новостей, к сожалению, мы знаем только, что происходит в Хабаровске. Кристина, Борис, Катя, вы молодцы, вы самые лучшие журналисты, находка. Спасибо, Людмила Мовчан. Пойдемте. Здравствуйте, Татьяна Красильникова. Здравствуйте. Все, добрый вечер, Хабаровск пишет. Дедулечка у нас стоит. Сказал, телевизор не смотрит, приходит здесь новости узнавать. А, напомню, что сбор подписи и поручительства за Сергея Ивановича Фургала до сих пор собираются в городе в Хабаровске на улице Ленина, 38. Кто еще не подписал, вы можете прийти туда и подписать обязательно поручительство. Кристиночка, когда апелляция у Сергея Ивановича? Или я что-то пропустила? Нет, насчет апелляции еще неизвестно пока. Катя, тебе привет. Привет, всем. Спасибо. Тебе, кстати, тоже привет. Да? Очень хорошо. Голоса я не могу. Я не знаю, это пока не нельзя. Так, что-то там о своем разговаривают. У нас пока люди разговаривают. Я хочу пройтись вокруг, посмотреть, что у нас на площади готовят на Новый год. Просто, а то мы приходим, быстренько убегаем. Здесь у нас будет одна горка, здесь будет другая горка. Сотрудники полиции охраняют. Такие вот красивые ледяные фигурки. Там какой-то делают лабиринт непонятный, непонятный. Там что-то тоже понастроили пока. А, добрый вечер, Кристина. В других городах не собирают подписи? Собирают, Галина Абрамова. На странице в Инстаграме у Ростислава можно узнать или у Валентина всю информацию, в каких городах собирают подписи. Да, кстати, сегодня была информация, что к Татьяне Хлестуновой не допускают врачей. Целый день эту информацию мы пока не знали. И вот сейчас, буквально за 5 минут до эфира, отписался Татьяне муж и сказал, что врачей допустили к Татьяне. У Татьяны состояние удовлетворительное.
поэтому не переживаем. Напомню, Татьяна у нас выходит в субботу. Но, к сожалению, она выходит в то время, что-то там, кто-то там ругается все. В субботу у нас выходит Татьяна наша, Хлестунова, журналист «Просто газеты». В это время мы будем на субботнем митинге, поэтому мы, к сожалению, ее не сможем поехать встретить. Но ее встретит обязательно ее муж. Не знаю, Борис, знаете вы новости? Нет, муж написал Татьяне, что все хорошо, врачей допустили к ней. Какой Татьяне? Да. Дозвонился все-таки народ? Да, дозвонились, все хорошо, как бы врачи к Татьяне попали. Состояние удовлетворительное. Слава тебе, Господи. Да. А я вчера уже вечером ролик запилил, и телефон, и мне народ пишет. Не беру, и там прямо там сотни комментариев. Невозможно дозвониться, все время занято, То есть там народ там конкретно звонил по всем этим указанным телефонам. Угу. Снова сотрудники вот. А кого сегодня задержали с утра? Алексей, да? Конечно, фамилия. Пак. Ну а имя? Алексей или Александр? Александр, по-моему. Вот, сегодня тоже был задержан с утра. Причем уже как-то по второму разу, по-моему, да? Да, уже как бы задерживали, ага. А еще с Дуденком, да? Ну, с Дуденком пока непонятно. Мы знаем, что он после спецприемника отзвонился, успел только сказать, что он в первом отделении полиции, и на этом все. До сих пор вот время 8 часов вечера, никто не знает, где он, как он, что он. Ну, но после эфира мы позвоним в спецприемник. Вы можете позвонить в спецприемник и узнать? Прямо сейчас? Да. А телефон ты знаешь? Я не знаю. У меня, ну я знаю телефон, но я не могу посмотреть. Да, но у меня он тоже там. Надо просто позвонить в спецприемник и узнать, привезли ли туда его обратно или нет. Сейчас, секундочку. Катя, а у тебя есть номер спецприемника? А вот это вот, у кого есть номер спецприемника? Привет. Это какой-то бред. А вот это вот красное стоит. Это законно продали? Государственное здание. Архитектуру, можно сказать. Ну вот, незаконно продали и в собственности. Закона вообще нет в стране. Нет, спасибо. Вообще все было законно. Попали врачи. У вас есть номер спецприемника? Нет. Ну, это не проблема. Кристина. Посмотри номер спецприемника. Не, спасибо. Спецприемника, чтобы узнать, где находится Андрей Дуденок. Может быть, они его уже назад туда вернули? Раз. Сказали, по-моему, то, что он в третьем отделении. В первом. Он отзвонился. Сначала в первом писали, в четвертом и в третьем. Нет, потом он отзвонился Дуденок и успел сказать, что он в первом отделении полиции. Но до сих пор, как бы, ну, информации нету, поэтому надо позвонить в спецприемник и узнать. Сейчас узнаем. Давайте отойдем в сторонку, потому что люди разговаривают. Очень много сотрудников полиции, вот они, там вот ходят. Все, сейчас Сережа позвонит, узнает в спецприемник насчет Андрея Дуденка. Так, сейчас послушаем Сергея. Ага, спасибо большое. Ты завтра судно, да, я так понимаю? В течение 48 часов. Спасибо большое. Да, был доставлен Андрей Дуденок, спецприемник в течение 48 часов. У нас тут суд завтра. Нажми на кнопку. Спасибо. Все, узнали информацию. Андрей Дуденок в спецприемнике. Спецприемники подтвердили информацию. Спасибо. Да, вот Андрей Дуденок уже 7 суток отсидел, но поехал по карусели. Подтвердили информацию о том, что Андрей находится действительно там. Тем временем у нас Сергей Капитонов отправляет до нас 52 рубля. Традиционный, да, если так можно называть. Дяденька что-то рассказывает. Не поймет. Короче, никто ничего не понял.
пока еще. Расчет, деньги дали, расчеток еще не было. Там расчетки дадут, там может что-то проясниться. Вот. И у всех суммы разные. У кого-то больше, у кого-то меньше. Там чуть ли не в три раза колеблется от самой маленькой до самой большой. Хотя, по сути, должно быть как бы одинаково, да? Ну, по старым, ну, в смысле, по старым законам, да. Все стабильно фиксировано, знал, что каждый месяц у меня там одна определенная сумма. А тут, как говорят, там, в зависимости от смен, часов, там, приказ этот я пытался прочитать, я в нем ничего не понял. Понятно, спасибо. Это было про скорую помощь. Вот, Кристине, может, сначала. Ага. Здравствуйте, расскажите, про что вы рассказывали? Про выплаты за октябрь месяц до сих пор ковидные не заплатили. Вот нам на скорой и то же самое по ковидным госпиталям, по больницам, по медики с ковидом работает. У всех задержка. Вот, слышал вот у Бориса в новостях, что в Бурятии то же самое. Не знаю, где, как в других регионах еще, но вот конкретно у нас в Хабаровске не заплатили. За ноябрь вчера деньги дали. Эти ковидные доплаты, но они считаются по-новому, не как вот все лето считали по путинскому приказу, а с 1 на ноября другая система и какой-то другой бюджет, то есть другое место финансирования, там я точно не могу сказать. Если интересно, посмотрите приказы эти, которые Мишустин сделал. Вот. То есть выплаты стали значительно меньше, и их за ноябрь месяц вчера дали. А за октябрь так и... А что они на это отвечают? Почему нету выплат? Ничего не отвечают, не знают. Говорят, что Москва денег не дает. Москва денег не дает? Да, Москва денег не дает. Если поначалу задержки обещали в понедельник или в пятницу, там как обычно, завтраками кормили, то сейчас вообще уже ни завтраками не кормят, ничего, просто денег нет. Как с федерального бюджета поступят деньги, мы вам сразу все раздадим. То есть в расчетках все указано, все посчитано, расчетки на руках, а денег нет. Вот как, то есть как федеральный бюджет отдаст, так и заплатим. Но вы никуда не писали жалобу? Ну, я депутату Кукушкину Максиму написал жалобу, не знаю, поможет мне, не поможет, но обещал во всяком случае. Ну, Кукушкин это такой самый, наверное, здравый тут депутат, которому вот, кстати, можно довериться. Сегодня в 9 часов вечера у него в Инстаграм эфир, у меня просто Инстаграма нет. Именно как сказали, что по выплатам медикам, по прививкам вроде как. Так что, если есть у вас там в другом телефоне, включите, посмотрите, что он там скажет. Нет, к сожалению, у меня вот один телефон. Что он там расскажет? У меня просто Инстаграма нет. Но я ему обязательно просто позвоню и узнаю, что он может сделать для скорой помощи, для медиков. Да уже что можно, уже это все обговорено еще 2 недели назад. Сказал, что в моих силах все сделаю. Я думаю, делает. Ну вот мы узнаем. Потому что человек порядочный, как говорится. Ну да. Это единственный, по-моему, остался в человек в Хабаровске своего слова. В нашей думе краевой единственный, наверное, человек остался тут точно. Да, это точно. Спасибо. Не за что. Вот человек, который работает на скорой помощи, который до сих пор не получает выплаты за коронавирус обещанные. В расчетках у них стоят суммы, а денег нету. Зато в Москву они отписываются, что все выплачено. Смотрите, сколько народу сегодня, как бы тоже довольно немало. Вы что, про Северный парк? Ну,
Вы про Северный парк, Борис? Я и так с Бондаря. Я поехал на Бондаря в 7:30, я пошел уже пешком, я вернулся домой в обед. Я же шел пешком, блядь, до поворота с перезавода. Ну я видел, я все про проходил. Борис, вы про Северный парк? Да. Я вас могу свозить туда, на экскурсию. Нет, я там был. Мне там даже там классно. Репорт вообще очень мне нравится, даже лучше, чем на динамке. Намного красивее. Я был там, даже когда он только... Просто репортажа нету, есть про Гагарина, там про все, а про Северный нету. Так, Борис, когда у нас будет выходной, я вас туда обязательно свожу. Там очень красиво. В телефоне я даже храню, потому что она мне очень нравится. Вот еще с тех времен я ее просто перекинул. Да, там вообще красиво. Вообще прямо вот это Лето. Владимирская Русь, прямо вот это вот. Черный кофе, деревянный архитектура вот этого храма. Кристина, подскажите адрес страницы Ростислава в Инстаграме. Давайте вот мы сейчас подойдем к Кате, она может посмотреть на втором эфире, и она вам скажет. Сейчас, секундочку. А просит Бориса осветить Северный парк в Хабаровске, показать, какой он у вас красивый. Можете на минуточку? Да. Подскажи, пожалуйста, адрес страницы Ростислава в Инстаграме. Люди спрашивают, я не могу показать никак. Star Food Russia, насколько я помню. Еще раз повтори. Star Food Russia. По-моему, так. Там на аватарке там портрет Ростислава на голубом фоне, на синем. Ну, спасибо. Food Russia точно, а вот что перед этим, по-моему, Star Food Russia. Вот. Катя сказала. Я могла бы открыть, но Инстаграм не открывает просто... Ага, все, поняла. Ну вот, чем могла, тем помогла. Сергей говорит, Катя правильно сказала, через нижнее подчеркивание. Так как сейчас у нас Ростислав адвокат, поэтому вся первая информация на странице публикуется о Ростиславе. Вот. Так, сейчас, секундочку. А! Через нижнее подчеркивание. Там еще КХВ. А уже подписали мне, ага. Старт Фурт КХВ. Ростик. Старт Фурт КХВ, да. Все уже. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Как дела у Андрея Фургала мобиля 2.0? У Андрея Фургала мобиля 2.0. Как дела? У Андрея Маклыгина. В целом, как бы, все хорошо, он сидит дома, переживает выходить куда-то, потому как на него оказывается давление со стороны властей, не только на него, но и на его семью. Это не говорит о том, что он куда-то срочно сбегает, уезжает, нет, просто есть некое переживание находиться в темное время суток на улице, как его, так и его семьи, сына, которому звонили. Несовершеннолетнему сыну Андрея Маклыгина звонил Шустов, это в Рио начальника центра центра по противодействию экстремизму города Хабаровска, и определенного рода вел разговоры с Андреем. Вот, об этом есть видео на всех каналах, на Активатике в том числе, конечно же. Вот, поэтому переходите, ознакомляйтесь, смотрите, слушайте, как это все происходило. Там комментарии давал сам Андрей и более подробно рассказывал об этой ситуации. Сейчас с ним, в принципе, все в порядке. Сегодня с ним разговаривали. Он чувствует себя неплохо, никаких проблем нет. Вот. Спасибо. Ростик четкий адвокат пишет. Молодец. Да, Ростик вообще борется теперь. Ну, они все не видели в сторис, выставили в Инстаграме 6 штук, помощь, и функционалы, я говорю, это капец. Дозвонились со спецприемник, были, ну там, подтвердили они.
Ну вот, сейчас поступила информация. Здравствуйте всем, здравствуйте. Привет, Хабаровск, привет, героические девочки, девчонки. Спасибо, Татьяна Вишня. Кстати, вот у нас по комментариям я читала, что много пишут, что стало выходить много мужчин. Да, действительно, это так. Посмотрите, сколько мужчин на площади. Всего раз, два, три, четыре девушки, и остальные все здесь мужчины. Ну, не считая вот нас, СМИ, снимающих. Наконец-то вышли мужчины. Никакой социальной дистанции. Никакой. Зачем? Я свежим воздухом дышу. Вот так вот они по кругу ходят, ходят. Вот посмотрите вот на этот цирк. Цирк Шапито. Ну никак они не хотят чай. Сколько раз не предлагал. Мы тут все пьем, а они ходят, да? Зайчики боятся. Ладно. Кристина, а полицаев не считай за мужчин. Я их не считала. Ух, звери в форме. Скоро Сашка выйдет, устроит вам переполох. Из пункта А в пункт Б. Навстречу друг другу. Да, они вот так вот, смотрите, делают. Вот они опять идут. Но это уже другие, кстати, идут. Ой, вот насчет вот помощи, к сожалению, я не знаю. Из Ульяновска? Нет, не из Ульяновска. Из Ульяновска вам передали, я забыла сказать. И не только. Да, вот Сергей. Наших самых смелых, самых отчаянных, самых красивых. У нас очень, очень много положительных комментариев. Поддерживают вот нас, меня, Катю и вас, Борис. Все передают вам привет. И вам. Спасибо. Тут у нас был стишок от Сергея, но далеко. У вас камера. Ага. Потом поговорим без эфира. Ну, это самое. Короче, меня сначала бомбануло сильно. Я прямо хотел это... Надо записать что-то там туда-сюда. Короче, сильно меня бомбануло. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Потом... А вот нам только что давали чай. Спасибо большое. А потом я прикинул, повторите, Сергей. Этого делать нельзя. А потом я прикинул, нет, а? Чай — это моя книжка. Нет, мы и не крысы. Так, мы не так нельзя. Мы по-другому так делаем. Нельзя, потому что это... Мы уже потому... Да, да. Так, да. Стишок. Здравствуй, Мишка Дегтярев, обожатель пара. Как замучил ты людей, уезжаешь в Самару. Класс. Еще раз я прочитаю. Здравствуй, Мишка Дегтярев, обожатель пара. Как замучил ты людей, уезжай в Самару. Класс. Спасибо Сергею. Это Ульяновск. Сергей Ульяновск. Вариулов, да? Который вам сюда привет, да, передает. Сергей, стих классный. Молодец, спасибо. Да вот, вон у Кристины этот наш друг из Ульяновска. Сергей написал? Да. Только зачитай. Читай. Так, стишок сегодня не от Бориса, а от Кристины будет. Не от Кристины. Ну, с портала Кристины. Сергей пишет. Здравствуй, Мишка Дегтярев, обожатель пара. Как замучил ты людей, уезжай в Самару. Такой вот стишок. Так, Сергей, ваш стишок разлетелся по всем... Сегодня же 5 месяцев задержания. Я знаю.
а не буду показывать, как на подиуме в формах. Да, действительно, они вот так вот уходят по кругу. А это Брызгалов, он там стоит во главе колонны даже? Вот, высокий. Стоит. Слышишь? Зигмунда задержали снова. Сергей пишет, от Кристины я авторские права дал. Кого? Зигмунда. Зигмунд, это кто? Которому вот буквально только-только штраф собрали. Вчера про хоккейный матч рассказывала ему. Борис, видите, ребят, Зигмунда снова арестовали, задержали. Борис, у нас тут ЧП, СОС. Спасибо, друзья, что показали. Штаб Навального сообщает, что Зигмунда снова задержали. Мы только ему на штраф насобирали. Вот, штаб Навального сообщил, что арестовали Зигмунда, этого, которому мы собирали наш штраф. Вот такой юморной пожилой мужчина. Да. Любит очень анекдоты. Да. Рассказывал нас, веселил. Буквально он вчера был. Да. И все? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 сотрудников полиции сейчас кружат по району, площади. Песня в голове, знаете, сразу кружит по району. Людей с каждым днем, посмотрите, все больше становится. Люди выходят. Сегодня, кстати, принесли печенюшки, а не пришла Санта. Это которые 2,5... Ой, спасибо, я не хочу. Спасибо вам большое. Это у которой 2,5 вернуть хотела. Да, 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 да. У нас честные люди в Хабаровске. Если больше штрафа собирают, они возвращают деньги, передают другим на штрафы. Буквально на днях прилетит Антон Фургал. Мы узнаем у него новости, возьмем интервью с ним, он расскажет о поездке в Москву, расскажет, как себя чувствует Сергей Иванович и как проходит там следствие. Он пообщался со всеми адвокатами лично, поэтому ждем информации от Антона. Вот, это вот Ксения Егорова, я для вас. Да что они так закружили, смотрите. Что происходит? Какая молодец женщина принесла печеньки, чай вам всем. Умница. Она ходит каждый день на площадь и приносит вот какую-то выпечку, чай. Всегда угощает. Не, куда нам бежать, Сергей? Мы не побежим. Люди стоят, и мы, значит, будем стоять. А Дима когда прилетит? Ой, это вот надо у него в Инстаграме. Говорят, он в прямом эфире говорил. К сожалению, я эту информацию не знаю. Мы никуда убегать не будем. Люди здесь стоят, мерзнут. Значит, и мы будем стоять вместе с людьми и мерзнуть. Если людей штрафуют, сажают, и нам, значит, бояться нечего. Нет, Антону Фургалу не разрешили свидание с Сергеем Ивановичем. Так, ну с кем тут у нас можно поговорить? Уже страшно подходить к людям, потому что недавно, вот вчера буквально мы поговорили с мужчиной, и его уже задержали сегодня. Вчера, кстати, Зимин Станислав тоже так бурно высказался, как бы, знаете, его бы не загребли бы.
Сергей. Мы тоже их лица уже все знаем, даже сдалека у знакомых. Какой они уже круг подсчета тут делают. Завтра у нас, скорее всего, если сегодня был снова задержан Андрей Дудинок, то, скорее всего, завтра у него будет суд. Поэтому завтра будем снова где-нибудь возле суда мы. Вам пора приобретать перцовые баллончики для защиты от жандармов. Хоровод у них, пишет Леди Вига. Светлана Гундина пишет: парад полицейских в честь 5 месяцев со дня ареста. Давно не видно Филимонова. Приходит ли он на протест? И все ли с ним в порядке? О! Господи! Филимонов, он приходит, но он больше стал теперь из дома вести свои эфиры. А где главный оператор? Кого? Александр Хайновский. Филимонов, да, он на площади сейчас. Он стоит, но его вот, кстати, давненько не было, сегодня пришел. Да-да, Сергей, все верно. Пойдемте. Самое трендовое. Да, самое трендовое, целых 3000. Так сейчас люди увидят, что здесь у нас кафе. Да? А вот я посмотрел специально, вот за канал они показывают. 3 миллиона просмотров и комментарии включены. Это про кого? Про губернию. Да. Вот это разница. Вот это вы понимаете, в чем разница, когда СМИ даже вот такие достойные как губернии свободно что-то говорят, да, и комменты включают, показывают. Да, вот. Настоящих людей, нормальных, да? 3,5 миллиона просмотров в этом видео, да, и реально комменты не отключены. И вот это вот интервью позорное включение с отключенными комментариями, да, которые там куча лайков понаставили. Ну и при том, что опять-таки, как правило, там роликом там 50-60%. Под остальными, да, 50-60, а здесь и 20, блин, да? Ну и это еще ладно, то есть можно там, хотя это не считаю уважительной причиной, что 50 евроцентов кинул, там начальство давит, там не пускают, они зарплаты боятся, хорошо, но кто же заставлял так Коренева писать совершенно издевательство в пост в моем личном фейсбуке на странице, которая реально она пострадала за свою деятельность, когда человек в тюрьме, и ты про него пишешь издевательский пост, это не настоящий журналист, так и надо. Да? И вот как после этого относиться, при том, что ну, вот Хабаровский фильм на протяжении вот я смотрю, без масла жареным от Нью-Йорка до Австралии. Я еще понимаю, если бы там журналисты... И Япония, Евросоюз, да, и все остальные, да. Я понимаю, что журналист там CNN сказал, что вот, ну, они недостаточно
квалифицированно. Но ты-то пропагандист, который ничего, кроме вот вылизывания очередной технической власти, вообще со своей жизнью не сделал. Ты-то что сюда пытаешься какие-то стрелять людей? Это, конечно, нище, да? Ну, я вот этого я не ожидал. Я все могу положить, но это чем. Да про Коренева. А? Да про Коренева. Я сегодня зайду обязательно. Да. В Фейсбуке. В Фейсбуке у кого? У Коренева. У Коренева насчет Татьяны Кристиной. Да, да. Потому что она не настоящий журналист. Вот он там еще есть. Но если Татьяна журналист, как то и город, тогда журналист решает. Ну, я скажу, что даже в Аль-Каиде они более журналисты, чем в Корее. По-любому, конечно. Они хотя бы с места событий. Да. Ой. При всем моем там ассоциативном Аль-Каиде, блин, журналист, чтобы показывать, что происходит. Да, и облизывать Дегтярева с ног до головы. Фу. Ну, они показывают и пишут только, что им выгодно и что разрешено. Что разрешено, да? Ты там на канале делаешь, ты боишься, а другое дело, что тебя заставляют еще на своей странице в Фейсбуке это писать. Ну, да, как бы. Я не знаю, как. Я бы никогда бы так не сделал. Я не знаю, что надо сделать с человеком, чтобы он пытался... У тебя на странице, личная страница, пустить человека, который сидит на тюрьме со своей деятельностью. А как он достать равновение этой хватает? Потому что человек себя там считает либеральным, дофига там пишет такие посты либеральные. Вот так выходит, что не всякий считает себя там либералом, а такой друг. У нас многие коммунисты гораздо больше. По крайней мере, они не одобряют. Наши местные коммунисты некоторые вообще просто молодцы, да? Да. Линию партии вот эту вот, которую там продвигает Геннадий Андреевич. Это хороший журналист тот, который есть, потому что это уже плохо, потому что в тюрьме сидит, знаете? За свою деятельность. Да, каким бы он журналистом ни был, конечно. Это то же самое, как поддержать какой-нибудь там теракт, не знаю, мотивируя тем, что ну вот у них там какие-то были. Да нет, конечно, ничто не может оправдать теракт, ничто не может оправдать, когда журналисты сажают в тюрьму. Также там где-то там с ошибками что-то там написал, там прокурор, да, хотя Татьяна-то как раз она среди нас, я думаю, одна из ярких таких, ярких, да? Как бы и качественных людей, то есть она там. Как раз же за журналистику взялась не в связи с поддержкой, а не в грамот, очень такой грамот. Человек очень грамотный. Да, я уверен, что если, что если бы вместо Коренева посадить в губернии, вот на его кресло посадить там Татьяну, я думаю, что у них просмотры взлетели бы в десятки раз. Да, и можно было бы посмотреть тогда вот Коренева на месяцок убрать, посадить в Листунову. С низкого старта, да? Я очень говорю, конечно. Да, просто вот любого человека, который реально не смотрит на власть, как на объект поклонения, который нужно стоять на колени и в маленьком. Этого достаточно. Спасибо. Спасибо. Так, никакие сборы я не собираю, ребята. Прекратите. Тут что-то там происходит. Могу дать вам чуть позже. А вон кто? Вон тот кто? Вон тот кто? Вот. Были сборы. Не, вон тот кто? Кубани, до Волги кто? Мы. Вон тот? Кони, да. Бабло собирали в мешки. А мне жалуются уже на. Да? Это была такая песня, что были сборы недолгие, от Кубани до Волги мы коней собирали в поход. Песня гражданской войны. Мы бабло собирали в мешки. Меня никто не может это обвинить. Это не Маша, а Катя. Да, друзья, меня зовут Екатерина. Потому что никаких донат, никаких
сборов мы не собираем. Так, у нас тут был вопрос. Где-то вопрос был. Геннадий Яворский. Кристина, вы простыли. Я вас когда-то поддерживала 7 ноября, а попал на Дашу Гришину. А что с девочкой? То извините, забыл ее имя. Ее выпустили, храни вас Бог. Я не могу понять, про кого вы, если честно. Не могу понять суть вопроса. Прошу прощения. Кстати, все уже, наверное, читали вопрос. Татьяна Красильникова дала какую-то ссылочку. Все. Какая Маша? Запомните вот это двустишье. Какое? Вы стоит про что? На площади Кристина, а рядом с ней Екатерина. А продолжение мы напишем позже. Подарки от души к донатам не относятся. Люди у нас начинают прощаться, уходить домой. Нам тут и так уже варюшки связали, носочки связали, передали, утеплили нас. Какой вот они уже круг прошли? Борис, вам сказали браво. За что? А вот вы же говорили про нас, Катя. И вам спасибо, что смотрите, поддерживаете. Сколько у нас время? В Хабаровске уже 9 часов, да? Но люди пока еще не расходятся, кстати. Ну, часть ушла? Ну, чуть-чуть ушли, да. Привет Борису из Испании. Татьяна Люба не любит. Вон Элизабет. Передайте нам тепла. Это был сигнал к началу войны в Испании в 36 году. По радио передали на всей Испании безоблачное небо. И началась война. Тихо! С фашистским режимом. Там фашистский режим захватил власть. Франко там. Вот, а нам еще пишет: дорогие журналисты, спасибо за стойкость. Спасибо. Валера за Алибаев. Спасибо за поддержку всей страны, как говорится. И не только нашей. Всего мира, я бы сказала, потому что смотрят нас это все. Перед сегодняшним собранием был одиночный пикет прекрасной женщины. Прекрасная женщина. Комментарий убежал. Перед сегодняшним собранием был одиночный пикет. Прекрасная женщина с посвящением Сергею Ивановичу уже 5 месяцев тюрьмы, уже 5 месяцев. Протестов, ваш край кричит, скорее домой. В тюрьме совсем не ваше место. Сегодня, кстати, Татьяна... Вы видели такое? Нет, одиночный пикет сегодня? Я записывал эти хреновости и, в общем, не успел. А сегодня, кстати, да. Я сегодня с Татьяной когда разговаривал, я запомнил, сейчас пришел, забыл. Сегодня какое у нас число? 9 месяцев сегодня. 9-е. Да. 5 месяцев назад Сергея Ивановича задержали. Да, ровно, да, да. Ровно 5 месяцев. То есть послезавтра будет 5 месяцев, как выходят люди. Да. Так вот. Это в пятницу. Угу. Спасибо вам, Скате и Борису, за то, что вы есть. Всем привет, передай огромный привет Борису, прикинь, и тебе нашли. Да, это мы. Всем все. Это мы. Так, вот кто-то видел одиночный пикет, но, к сожалению, так как мы сегодня находились в поддержку с Любой, мы... Много чего пропустили, я так поняла. Просто не успеваем.
многовато, надо домой поэтому ехать уже, наверное. Или еще поморозить сотрудников полиции. Выходить начали с 9.07. Да не, спасибо, сейчас уже поедем домой. Лабиринтами. Что с Татьяной Александровной? Сегодня Ростислав Ростиславович Смоленский был у нее. Сказал, что состояние удовлетворительное. Скоро ее переместят. Нет, Сергей, мы не с площади, не домой. Переместят ее в общую палату. Сейчас она еще в реанимационном отделении. Так, до 8 и все, да? Кого? Гамбургерная до 8 теперь, да, Жаня? Не продлили им этот рабочий режим? Вот этот вот мужчина стоит один, то с сотрудниками полиции, то вдалеке от сотрудников полиции. Такой чуть-чуть странненький молодой человек. Будем надеяться, что у нас сегодня люди дойдут до дома без задержания. Уважаемые подписчики, я буду завершать свой эфир, потому что завтра мы будем, скорее всего, находиться у Андрея Дуденка на суде. Во сколько будет суд и в каком суде? Вот, так что скоро на нашем канале появится видео сегодняшнего репортажа с Любочкой, где мы были на комиссии по делам несовершеннолетних. Полный беспредел опубликует канал Активатика. Спасибо вам, спасибо за поддержку, спасибо, что каждый день с нами. Спасибо, девочки и мальчики. Хорошо.